Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже третий год. За это время на территориях муниципальных образований Московского региона было установлено и введено 318 таких площадок. И в этом году только в планах 120 площадок. Это, кстати, была 118-я площадка, так что мы, по сути, уже завершаем реализацию программы губернатора нашего Подмосковья этого года. Это четвертая площадка, которая появилась в Одинцовском районе в рамках программы. Открытие каждой – настоящий праздник с играми, песнями, танцами и, конечно, торжественной частью – перерезанием красной ленты. Это почетное право досталось тем, для кого и предназначена новая площадка. Так, остальные все будем аплодировать и дружно кричать, да, наверное? Давайте все дружно. Громко, дружно, ура! К современным площадкам предъявляются строгие требования по организации безопасности. Все они должны иметь противоударное покрытие и прочные игровые конструкции. В рамках губернаторской программы строятся не только игровые, но и спортивные площадки. Например, в Кубинке недавно открыли баскетбольную коробку. Все зависит от потребностей жителей. Жители всегда участвуют у нас в обсуждениях того, какие игровые площадки нужны, какие элементы нужны, какого они должны быть дизайна. Как расположить, чтобы было комфортно, где разместить тот или иной элемент, какую площадь занять. Также в рамках программы в обязательном порядке проводят благоустройство дворов, прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки и урны для мусора. Губернатор обещал продолжить реализацию программы в следующем году. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».